Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировские предприятия отправили 20 тонн продукции участникам спецоперации. Об этом губернатор Александр Соколов рассказал в своем телеграм-канале. По его словам, помимо необходимой на фронте экипировки, техники и бытовых принадлежностей, кировским бойцам с помощью фонда «Завятку» доставили то, что в праздничные дни напомнит о родном доме. Военнослужащим отправили молочную продукцию, сыры, соусы для заправки блюд, печенье и сладости к чаю. В сборе груза приняли участие компании «Дымка», «Здрава» и Кировский молочный комбинат. Экономика. В 2023 году в Кировской области проведут 700 проверок бизнеса. Изначально в план было включено в 4 раза больше. Но в связи с введенным мораторием на проверки бизнеса в этом году будут проверять только объекты, отнесенные к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска и опасные производственные объекты. В итоге из 2800 намеченных проверок прокуратура согласовала только 700. Узнать, включен ли конкретный бизнес в план проверок, можно на едином портале прокуратуры. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Куда уходят деньги вашей компании? Руководитель без труда назовет несколько статей, если у него есть отчет о движении денежных средств, подготовленный специально для владельца бизнеса. Чем еще поможет такой документ, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. То есть, у вас никто не потратит лишнего, никто не положит себе на карман. Вы четко знаете, кому что, куда заплатили, откуда деньги пришли, анализируете динамику поступлений денежных средств в компанию. Это для вас контрольная точка. Не забыли ли вы какие-то расходы, потому что если у вас не пойдет остаток на конец месяца, то, соответственно, вы что-то ввели неправильно и не учли. Внедрение управленческого учета – это не только прозрачность потоков с отчетом о движении денежных средств. Это и другие инструменты для анализа. Анализа бизнеса, повышения эффективности и успешного менеджмента. Цифры никогда не врут. Пользуйтесь ими правильно вместе с «Бухгалтер и я». Звоните 213-112. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».